самый лучший город мой. Уважаемые дамы и господа, начинаем торжественную церемонию праздника в честь юбилея со дня основания города Шадринска. Город древних легенд. Город юных мечтателей, созданный для счастья, возвращенный с любовью, поющий на разных языках и соединивший народы узами дружбы и родства. Устремленный к звездам и зажигающий звезды на земле. Город вдохновенных открытий и олимпийских побед. Город первозданной природы и рукотворной красоты. Готовый обнять всех друзей и каждому подарить мир, любовь и радость. От сердца к сердцу. Махнула душа крылами, настала пора летать. Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Дорога уходит в небо, и труден наш путь во мгле. Лишь тот, кто остался верным, оставить свой след на земле. Лишь тот, кто остался верным, оставить свой след на земле. Время выбрало нас, сделай шаг за звездою, отогрей этот мир, дай ему этот шанс, оторвись от земли, поднимись над собою. Наше время пришло, наше время пришло, время выбрало нас. Мы любим, живем и верим в последний и в первый раз. Мы смотрим с тобою на время, а время смотрит на нас. Пусть кто-то сгорит до срока, умеешь летать, лети, и в небо свою дорогу попробуй сегодня найти. И в небо свою дорогу попробуй сегодня найти. Время выбрало нас, сделай шаг за звездою, отогрей этот мир, дай ему этот шанс, оторвись от земли, поднимись над собою. Наше время пришло, наше время пришло, время выбрало нас, время выбрало нас. Делай шаг за звездою, отогрей этот мир,
шанс, оторвись от земли. Поднимись над собою. Наше время пришло, наше время пришло, время выбрало нас. Оторвись от земли. Поднимись над собою. Наше время пришло, наше время пришло, время выбрало нас. Самые великие мечтатели – дети. Их мечты безграничны. Они зажигают в душе огонь, заставляют творить чудеса, манят ввысь к бескрайним небесам и ярким звездам, окрыляют верой и направляют вперед, навстречу к своей победе. Верьте, мечты сбываются. Год его мы ждали, ты и я. Мы проснулись в ожидании чуда, ведь у всех сегодня день рождения. В этот день друг другу улыбаемся, в этот день праздник в каждом доме. Мы на улице выходим веселиться, танцевать и подарки получать. Шадринский день города. Здорово, да-да-да. Мы влюбились в этот город раз и навсегда. Да-да. Ведь сегодня день города, да-да-да. В этом городе здорово, да-да-да. Будем дружно все вместе этот праздник встречать. Да-да. Если вы хотите встретить чудо, приезжайте в гости поскорее. Если вы хотите встретить чудо, убедитесь в этом без сомнения. Город наш, любимый и единственный. Город наш, самый прекрасный. Мы уверены, никто не сомневается. И звать, да, наш город самый классный. Шадринский день города, да-да-да. В Шадринске жить здорово, да-да-да. Мы влюбились в этот город раз и навсегда. Да-да. Ведь сегодня день города, да-да-да. В этом городе здорово, да-да-да. Будем дружно все вместе этот праздник встречать. Да-да. Можем гордиться собой, ни от кого не скрой. Город наш краше, день ото дня, Шадринск навсегда. Здесь каждый год открываются таланты идеи, люди влюбляются. Лучше города точно нет, кто согласен, тому респект. В городе нашем все прекрасно, верьте мечту, это классно. Он первый в твоей жизни. Город наш! Ты родина, моя отчизна. В Шадринске день города. Да! Шадринске жить здорово? Да, мы влюбились в этот город раз и навсегда. Все вместе! Да! Ведь сегодня день города, да-да-да. В этом городе здорово, да-да-да. Будем дружно все вместе этот праздник встречать. Да-да!
черпая силы в истоках своих, уверенно смотрим в будущее. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход, и куда-то уплывает белый пароход. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Этот город не похожий ни на что вокруг, улыбается прохожим и за пять минут. Помогая человеку верить в чудеса, распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. На главную праздничную сцену города приглашаются глава города Шадринска, глава администрации города Шадринска Людмила Николаевна Новикова, заместитель председателя Курганской областной думы Владимир Петрович Комаров. Мы приглашаем на сцену советника губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию, кандидата педагогических наук, члена Союза писателей и Союза журналистов России, генерал-майора в отставке Владимира Викторовича Усманова. На главную сцену города приглашается заместитель председателя Шадринской городской думы Александр Юрьевич Савин. Слово предоставляется главе города Шадринска, главе администрации города Шадринска Людмиле Николаевне Новиковой. Добрый вечер, уважаемые шадринцы. Сегодня мы с вами отмечаем 355-ю годовщину со дня рождения нашего с вами родного города. В России есть города с более древней историей, чем наш. Но краше и любимее, чем тот,
где живут ваши родители, где выросли вы, где вы обрели семью, друзей, там, где растут ваши дети, наверное, нет. И мне сегодня хотелось бы сказать, что у каждого шадринца есть в городе любимые места, но все же общий наш дом – это наш город, который мы хотим сделать красивее и лучше. Я хочу вам сказать, что подарком к Дню города будет строящийся физкультурно-оздоровительный центр, который мы с вами будем открывать в День знаний 1 сентября. И сегодня я хочу вам сказать еще одну радостную новость. Шадринск, благодаря вам, снова выбран местом проведения чемпионата мира по спидвею, но в этом году уже командного. У нас с вами впереди много дел, много идей. А сегодня я сердечно благодарю шадринцев, всех тех, кто трудится, тот, кто талантом своим, идеями развивает и движет наш город вперед. Я вам всем желаю мира, добра, здоровья, благополучия. С праздником вас, дорогие! Дорогие друзья, вас приветствует заместитель председателя Курганской областной думы Владимир Петрович Хабаров. Уважаемые земляки, Курганская областная дума поздравляет вас в этот замечательный, прекрасный день с 335-й годовщиной образования города Шадринска. Мы гордимся городом Шадринск, старинным зауральским городом. Сегодня праздник объединил всех, независимо от профессии, возраста, интересов. В городе проживают, жили и проживают замечательные люди. А такие имена, как Иван Шадр, Бронников, Сдобнов, Юрий Балашов, знает далеко за пределами Зауралья. Шадринск – это красивый, уютный город. И мы надеемся, что жители Шадринска своим трудом все сделают так, чтобы Шадринск в дальнейшем процветал. И не только Шадринск, а наша Курганская область и наша Россия. С праздником, здоровья всем, удачи! Слово предоставляется советнику губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию, кандидату педагогических наук, члену Союза писателей, Союза журналистов России, генерал-майору в отставке Владимиру Викторовичу Усманову. Здравствуй, Шадринск! С праздником вас всех! Какое счастье видеть столько много красивых, улыбающихся лиц. Это говорит о том, что шадринцы любят свой город. Они готовы прославлять его дальше. И не только перечислять имена, которыми вы гордитесь, но и вписывать в историю свои. А я думаю, на таком фундаменте истории не может быть людей, которые бы не совершали чего-то необычного. Глядя на детей шадринцев, разве можно этим не гордиться, этими раскрепощенными, счастливыми детьми? Уже только за то, что Шадринск обеспечивает радость детства, он заслуживает всяческого уважения. Здоровья всем! Добра в дома! Любить Родину! Любить Шадринск! И быть достойными тех, которые, имена которых вот здесь, на этой аллее, которые отдали жизнь за нас! А мы хотя бы помнить их должны. Поэтому в этот день, невзирая на радость юбилея, придя домой, сядь за праздничный стол, достань фотографию деда-прадеда,
налей рюмку, положи кусок хлеба, почти его память и расскажи внучкам и правнукам, кто были ваши деды, кто были ваши предки. С праздником, Шадринск! Уважаемые земляки, вас поздравляет заместитель председателя Шадринской городской думы Александр Юрьевич Савин. Дорогие шадринцы и гости нашего города, я от всей души хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, Днем города. Сегодня нашему городу исполнилось 355 лет, и это праздник для тех, кто строил этот город, и тех, кому предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу и развитие нашей малой родины. Сегодня мы видим, что город наш становится год от года более красивый, уютный, комфортный. И это все благодаря вам, жителям Шадринска, людям, которые в нем живут, любят его и работают во благо своей малой родины. Дорогие шадринцы, я от всей души поздравляю наш город с этим замечательным событием и желаю ему дальнейшего процветания и развития. Всех шадринцев желаю крепкого здоровья, новых успехов во благо родного города. С праздником вас, дорогие шадринцы! С Днем города! Дорогие друзья, День города – это особенное событие, которое наш город любит больше всего, потому что это праздник достижений, праздник заслуг шадринцев. И сегодня, подводя итог, мы с уверенностью можем сказать, что за этот год жизнь города была насыщена отрадными событиями и добрыми свершениями. А иначе не может быть, потому что в Шадринске живут прекрасные люди, которые славят город своим трудом, достижениями в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании. Шадринск – многогранный город. Здесь живут и дружат многонациональные семьи, переплетаются культуры разных народов. А богатые культурные традиции подчеркивают особое гостеприимство и радушие шадринцев. Мы желаем городу с каждым годом становиться красивее, чтобы хорошее настроение было постоянным спутником его жителей, а улыбки на лицах и, конечно, шадринцев были искренними и от всего сердца. Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и верой в лучшее. С праздником, шадринцы! С праздником! Дорогие друзья, сегодня юбилей, поэтому подарки для юбиляров подготовлены тоже самые лучшие, фееричные и яркие. Итак, друзья, впервые на сцене города Шадринска артистка Челябинской государственной филармонии, лауреат международных фестивалей в Испании и Италии Надежда Белякова. Встречайте, город Челябинск! Yeah.
Надежда Белякова, друзья, это просто космос. Потрясающее исполнение. Спасибо. Доброй традицией стало в день города Шадринска на центральной праздничной сцене чествовать самых достойнейших людей нашего города. Мы начинаем церемонию вручения наград города Шадринска и самого высшего звания муниципального образования город Шадринск – почетный гражданин города Шадринска! Друзья, надо сказать, что в нашем городе 44 человека награждены этим высоким званием. Их имена навсегда вписаны в историю Шадринска. Звание «Почетный гражданин города Шадринска» присваивается гражданам за большой личный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города. Церемонию награждения проводит глава города Шадринска Людмила Николаевна Новикова. Звание «Почетный гражданин города Шадринска» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования города Шадринск присваивается Владимиру Олеговичу Баранову, заслуженному артисту России, актеру государственного бюджетного учреждения «Шадринский государственный драматический театр», талантливому мастеру сцены, блестящему руководителю и наставнику. Владимир Олегович – талантливый педагог и режиссер, патриот города Наисети, видный общественный деятель, внесший неоценимый вклад в развитие театрального искусства Шадринска. Давайте, дорогие друзья, еще раз горячими аплодисментами поддержим Владимира Олеговича Баранова. С высокой наградой города. Желаем осуществления творческих планов, крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия. Вторая по значимости муниципальная награда города Шадринска после звания «Почетный гражданин города» – знак «За заслуги перед городом». Награду вручает глава города Шадринска Людмила Николаевна Новикова. Знаком «За заслуги перед городом» в области развития производства награждается Михаил Александрович Авдюшев, директор общества с ограниченной ответственностью «Дельта Технология». Талантливый руководитель, подвижник и патриот Зауралья Михаил Александрович Авдюшев. Награждается Андрей Геннадьевич Ворошнин, технический директор акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод». За заслуги перед муниципальным образованием город Шадринск в области развития производства. Знаком «За заслуги перед муниципальным образованием город Шадринск в области развития культуры» награждается Анатолий Анатольевич Педашенко, руководитель военно-исторического клуба «Штандарт». Знаком «За заслуги перед городом Шадринском» награждается Леонид Алексеевич Крючков, тренер-преподаватель по спорту Государственного казенного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная адаптивная школа». Талантливый наставник, настоящий патриот родного города, блестящий педагог. За заслуги перед муниципальным образованием город Шадринск в области развития образования и спорта. Знаком «За заслуги перед муниципальным образованием города Шадринск в области развития образования» награждается Анатолий Аркадьевич Хохлов, начальник курсов гражданской обороны города Шадринска, известный общественный деятель, ветеран воинской службы, блестящий организатор и наставник. Thank you.
знаком за заслуги перед городом награждается Серебренников Александр Николаевич, директор общества с ограниченной ответственностью за Уралпоштсервис, чемпион мира среди ветеранов по греко-римской борьбе, блестящий профессионал своего дела, истинный патриот родного города. За заслуги перед муниципальным образованием город Шадринск в области развития спорта. Знаком за заслуги перед муниципальным образованием город Шадринск в области развития образования награждается Александра Перфильевна Юрченко, директор средней общеобразовательной школы номер 15, блестящий педагог и менеджер в системе образования. Друзья, одной из главных наград для человека, несомненно, является признание своих земляков. Сегодня вы награждены именно такой наградой, в которую вложено душевное тепло людей, живущих рядом, не терпящих фальши, и оценку труду дают со всей строгостью. Поздравляю вас! И желаю вам только всего самого доброго и наилучшего на процветание нашего родного города. Приглашаем вас, да, пройти со сцены, присоединиться к нашим землякам. Людмила Николаевна, мы просим вас остаться на сцене для того, чтобы продолжить награждение. Потому что, друзья, конечно, что говорить, Шадринск – это современный гостеприимный город, в котором живут дружелюбные и искренне его любящие люди, каждый день отдающие частичку своих сердец и души во благо процветания родного города. Мы просим Людмилу Николаевну продолжить торжественную церемонию вручения наград за весомый вклад в развитие потребительской кооперации в городе Шадринске, эффективное сотрудничество и активное участие в подготовке и проведении городских мероприятий, почетной грамотой главы города Шадринска и единовременной премии в размере 20 тысяч рублей награждается коллектив городского потребительского общества «Урал». Почетной грамотой главы города Шадринска и единовременной премии в размере 20 тысяч рублей награждается заслуженный коллектив народного творчества «Хор русской песни «Лав», руководитель Людмила Петровна Федорова, за высокие достижения в деле пропаганды народного хорового искусства, значительный вклад в сохранение и развитие национальных певческих традиций. Почетной грамотой главы города Шадринска и единовременной премии в размере 10 тысяч рублей награждается Константин Григорьевич Пермяков за значительный личный вклад в развитие города Шадринска и эффективную управленческую деятельность. Благодарственное письмо главы города Шадринска вручается Ирине Вениаминовне Казаковой, директору государственного бюджетного учреждения «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков» за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в разработку и внедрение социальных программ в городе Шадринске. Да.
Дорогие друзья, поздравляем вас с высокой наградой. Пусть все, что было достигнуто, приумножится новыми трудовыми победами. В этот праздничный день желаем шадринцам крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия, успехов во всех начинаниях и радости от каждого нового дня. Пусть Шадринск остается вечно молодым и цветущим. Пусть каждому он дарит радость и исполнение заветных желаний. И в свою очередь, конечно, вписывают новые страницы славных дел и свершений. Спасибо вам огромное. Мы поздравляем еще раз с достойными наградами нашего города. Людмила Николаевна, мы продолжим церемонию чуть позже. Поздравление того, чтобы действительно наш сегодняшний праздник, чтобы был ярким, незабываемым, красивым. Приехало очень много гостей, которые буквально хотят вырваться на эту сцену, чтобы излить все свое творчество и мастерство здесь, нашим юбиляром. Итак, друзья, к нашим пожеланиям. Присоединяется потрясающе талантливый артист. Его выступление, мы уверены, подарит массу положительных эмоций всем шадринцам. Да, тем более этот музыкант впервые в нашем городе. И то, что вы сейчас увидите и услышите, приведет вас в восторг, дорогие друзья. Итак, на сцене виртуоз-балалайшник Уральского народного хора Павел Есип. Встречаем! Встречайте, шадринцы! Так и хочется воскликнуть, даешь балалайку в массы. К
Кстати, потрясающий инструмент, зажигательная балалайка, символ нашей национальной культуры. А как звучал, и как домра, и как мандолина, и как банджо, и все в одних руках. Да, действительно, и продолжая тему национальной культуры. Мы с большим удовольствием приглашаем на сцену великолепный хореографический коллектив нашего города. Друзья, вас приветствует лауреат всероссийских и международных конкурсов. Народный коллектив ансамбль танца «Соцветие». Встречайте, друзья! Коллектив «Ансамбль танца». Спасибо. Ну а мы продолжаем, дорогие друзья, торжественное вручение наград. Из года в год почетной грамотой Шадринской городской думы награждаются лучшие представители производства и социальной сферы города, образования, здравоохранения, культуры, торговли и других областей жизнедеятельности. По сложившейся традиции, вручение этой высокой награды происходит, конечно, на праздновании дня рождения города Шадринска. И для проведения церемонии вручения почетных грамот Шадринской городской думы на сцену приглашается заместитель председателя Шадринской городской думы Александр Юрьевич Савин.
Итак, почетной грамотой Шадринской городской думы награждается Татьяна Ивановна Козловская, заместитель руководителя отдела культуры администрации города Шадринска. Татьяна Ивановна награждается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие культуры города Шадринска и в связи, не хотела называть, юбилейной датой. Возраст женщины – это всегда загадка. Почетной грамотой Шадринской городской думы награждается Сычугов Анатолий Геннадьевич, руководитель комитета городского хозяйства администрации города Шадринска. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Шадринска. Почетной грамотой Шадринской городской думы награждается Татьяна Васильевна Спицына, учитель английского языка, средней общеобразовательной школы номер 4. Татьяна Васильевна награждается за высокий профессионализм, творческий подход к делу, верность выбранной профессии и в связи со своим юбилеем. И это еще не все награды нашей Шадринской городской думы. Благодарственным письмом Шадринской городской думы награждается Герд Евгений Викторович, слесарь по ремонту подвижного состава цеха модернизации тепловозов акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод» за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. И мы видим, как поддерживают награжденных всех людей, которые сегодня выходят на эту сцену и получают награду. Благодарственное письмо вручается Ивану Анатольевичу Дедюхину, кровельщику ремонтно-строительного управления акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод» за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Дорогие друзья, мы от всей души хотим вам сказать слова благодарности за то, что своим повседневным трудом вы способствуете развитию города, активно участвуете в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию нашего родного города. Спасибо! И еще раз аплодисменты! Друзья, а вы знаете, что самое главное на празднике? Конечно, это любимые песни, зажигательные танцы, прекрасные исполнители и обязательно долгожданные гости. Да, гостей сегодня будет много. В свой день рождения Шадринск распахнул свои объятия для каждого, кто открыт душой и добр сердцем. У Шадринска очень много друзей, которые хотели бы поздравить нас с юбилеем города. Итак, к нам в город прибыла брейк-данс-команда из северной столицы Урала. Итак, друзья, встречайте впервые в Шадринске Break the Bank, город Екатеринбург. Hey, yo, it's District 78. Oh, my God.
place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Это было круто, ребята, спасибо. А дальше, друзья, будет еще жарче. Вы видите, что у нас сегодня буквально разожаровые артисты, гости приехали поздравить вас с праздником. И выступление этих ребят, это было как бы предвкушение, предисловием того, что сейчас на эту сцену будут выходить талантливые молодые ребята. Конечно, Шадринск — это город талантливых и одаренных молодых людей. Шадринская молодежь – это важнейший трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс нашего города. Это огромная движущая сила и созидательная сила. Ребята, давайте поаплодируем молодежи нашего города! Уже сегодня формируется молодежный актив юношей и девушек, готовых разрабатывать и реализовывать новые социальные, творческие проекты, заниматься общественной деятельностью. Именно этим ребятам, проявившим себя в жизни города Шадринска, области Курганской и даже на уровне всей страны, сегодня, в День города, будут вручены молодежные премии администрации города Шадринска. Для проведения церемонии вручения молодежных премий на сцену приглашается глава города Шадринска Людмила Николаевна Новикова. На протяжении 20 лет талантливые, целеустремленные, активные шадринцы в возрасте от 14 до 30 лет могут претендовать на звание лауреата молодежной премии. Награды учреждены администрацией города совместно с Шадринской городской думой и ежегодно, начиная с 1996 года, присуждаются по итогам деятельности за предыдущий год. В этом году комиссия по присуждению премии, в составе которой входят представители администрации Шадринска, городской думы и общественности, рассматривала заявление 12 претендентов и путем открытого голосования выбрали 6 самых достойных. Итак, в номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» молодежной премии администрации города Шадринска награждается Бельков Денис Михайлович. Ведущий специалист учебного числительного центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Шадринский государственный педагогический университет. В номинации «За высокие достижения в художественном творчестве» награждается танцевальный коллектив «Квант» Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры», руководитель Ирина Витальевна Даудрих. За высокие спортивные достижения награждается Визгина Екатерина Николаевна, спортсменка муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Ермак». Но, к сожалению, сегодня Катюша не может быть вместе с нами, она готовится к очень ответственным соревнованиям, да? Международного уровня, поэтому ее награду получает бабушка. Под ваши горячие аплодисменты, друзья! В этой же номинации за высокие спортивные достижения награждается Александр Алексеевич Кибанов, учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа города Шадринска. Потому что награду получает мама. Потому что Александр Алексеевич тоже находится на мероприятии по подготовке Олимпиады в Сочи. За особый вклад.
вклад в социально значимую и общественную деятельность награждается молодежное объединение «Будь в курсе» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества «Ритм». Руководитель Татьяна Андреевна Пайвина. В номинации «За особый вклад в социально значимую и общественную деятельность» награждается Зырянова Юлия Сергеевна, администратор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры», председатель общественной молодежной палаты при Шадринской городской думе, руководитель образцового детского театра «Сказка». Вот наша талантливая молодежь сегодня на этой сцене, и на вас смотрят тоже перспективные талантливые люди. Мы пожелаем всем вам, друзья, всей здоровья, всей молодежи нашего города, конечно, здоровья, реализации всех самых амбициозных планов, счастья, любви, ярких впечатлений и событий. Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, создадут основательный запас стойкости, жизненных сил, стремление добиваться поставленных целей, подарят верных друзей. Живите и творите на благо и процветание нашего города, молодежи города Шадринска, ура! А сейчас мы ждем ответного слова от победителя молодежной номинации. И эта ответственная миссия предоставляется лауреату молодежной премии в номинации «За высокие достижения в художественном творчестве», лауреатам всероссийских и международных конкурсов современной хореографии, танцевальному коллективу «Квант». Руководитель Ирина Даудри. Ну что ж, встречаем! Предоставляем эту площадку для наших победителей в номинации «За высокое достижение в художественном творчестве». Танцевальный коллектив «Квант». Встречайте, шадринцы! Si esta manera no tiene la culpa. Amor de complemento, amor de mi pasado. Véndele, 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 véndele.
танцевальный коллектив «Квант». Браво!